Вот, Володя, пошли сегодня на работу с Никитой. Я тут один остался. Вот они выходят. Вот посмотрите, как делается у нас. Вот они перед воротами. Три поклона. Православная вера какая. Оно свидетельство. На углах улиц не останавливается, у себя во дворе. Вот теперь они выходят. Ну, выходят и пошли. Вот они выходят. Я тут не могу. Ну, сейчас я сделаю это дело. Вот они по улице идут. Благослови их, Господи. Пошли на добрые дела работать. Ну, а я тут один. Остаюсь дома. А Никита, вот он где, под лестницей, возле дома. Сейчас ночь, еще темно. Это наша ограда. Ворота, видать. Это лестница голубям моим. Это я сижу в комнате. В ночи они это делают. Мышка. Лопата железная у него почему-то. И так удобнее, наверное. Так, ну кухонная наша. Так, уперта лестница, чтобы не падала. Круговерь опять. Метель начинается. Вот уже маленько накидали. Того и гляди, провод грызть начинает и перегрызет. Ну, сегодня у нас 22 ноября. Вот Никита пошел на работу. Вот он. Видите, как делается. Три поклона. Шапочку надел. Бог благословит. Это он во дворе, выходит на улицу. Еще как бы не расцветало ладом, но уже хорошо, я вижу. Все, Бог в помощь. Ушел. Ну, а тут у меня за стеклом рядом воробушки. Каждый день надо накормить. Я один раз посчитал, у меня около 100 воробьев было. И сейчас меньше стало их. Вот они где. Жуланчиков штук 20 бывает больше. Сорок с десяток. Вороны. Кормить надо. Вчера пошел. Голуби на улице дикие тоже. Иду, они следом летят. Покормить надо. Собачки прибежали брошенные. Щита кошки. Эти вот все надо. Своих три кошки, тоже голуби. Мы везде должны видеть, слышать. Не только о людях заботиться. Вот оно как. Господь милостливый. Напротив там, видать, наша.
Храм. Все. ноября. Пришли братья с работы, где были. Вот Никита. Вот слева к лестнице в белом снег толкает. А там под лестницей дальше видно Володя работает. Но я ж не выхожу. Не по мне работа. С позвоночником. Вот как. Снег идет. Ну, снег идет, вот потеплее стало, сбросило меньше, около 15 градусов мороза, видишь, как снег идет. И вчера натопили, и сегодня утром даже не топили, в избе тепло. А вчера пришлось два раза топить. К зиме мы не подремонтировали дом, ну, все такие, заклеивают люди что-то, а мы даже ничего не сделали. Ну, а еще до Рождества далеко. Первый рождественский отмечается, потом крещенские морозы и сретенские. До 15 февраля уж там пойдет к низу. Так что здесь еще вот какое идет. Удивительное дело. Там наши ворота. За воротами еще уже дом там стоит. Вот так. Экономно как жить. По телефону лишний раз не позвонить. Это нам полезно. Вот так мы живем.